Долгое время в Советском Союзе не было специализированного снайперского оружия. Положение изменилось лишь в начале 60-х годов 20-го столетия, когда появилась великолепная «Драгунка». Рассказ о снайперской винтовке Драгунова в фильме «Оружие». Искусство меткой стрельбы всегда было отличительной чертой лучших представителей воинской профессии. Отменные стрелки находились на привилегированном положении. Нередко они в одиночку могли изменить ход боевых действий на целом участке фронта. Само понятие «снайпер» в переводе с английского означает «меткий стрелок по летящим уткам». Оно вошло в обиход во время англо-бурской войны 1899-1902 годов, когда впервые на практике были применены нарезные винтовки с оптическим прицелом. Эффективность действий бурских снайперов была невероятно высока. При наступлении англичан они расстреливали атакующих солдат как мишени в тире, практически не подпуская их к своим позициям. В русской армии этот опыт долго не использовался. Во время Первой мировой, а затем и гражданской войн, в подразделениях не было такой штатной категории, как снайпер. Отсутствовало и снайперское оружие с оптическим прицелом. Соответственно, не было и методик подготовки снайперов. Впервые снайпер, как штатная единица, появился в органах государственной безопасности и, в частности, в составе личной охраны Сталина в начале 30-х годов. Примерно в это же время в Германии была закуплена партия оптических прицелов, на основе которых были разработаны первые советские приборы для снайперской стрельбы. С убийственным огнем из снайперского оружия Красная Армия столкнулась в ходе зимней кампании 1939-1940 годов. Умелые действия финских снайперов, которых советские солдаты прозвали «кукушками», привели к очень высоким потерям среди младшего командного состава. Именно тогда в Красной Армии стали срочно создаваться снайперское оружие и специальное подразделение из числа наиболее метких стрелков. Была модифицирована самозарядная винтовка Токарева и разработан универсальный оптический прицел. Он оказался настолько удачным, что применяется и по сей день. Это был первый опыт создания специализированного оружия, предназначенного для снайперов. Основным оружием советских снайперов в период Великой Отечественной войны стала модифицированная винтовка «Мосина». В Советском Союзе извлекли уроки из финской кампании и привнесли в искусство снайперской войны собственные методики. Губительный огонь русских снайперов почувствовали на себе солдаты вермахта в развалинах Сталинграда и на Курской дуге, в Белоруссии и Польше, Восточной Пруссии и Берлине. Во время Великой Отечественной войны, так сказать, появился очень большой опыт в использовании снайперского оружия. Ну, наши снайперы советские добились очень больших результатов, значительно больших по сравнению со снайперами других, так сказать, воюющих государств во время Второй мировой войны. Если лучший немецкий снайпер в годы Второй мировой войны уничтожил 145, так сказать, солдат и офицеров противника, то наши снайперы имели на боевом счету более 400, это же более 500 уничтоженных гитлеровцев. Советские конструкторы неоднократно пытали специализированную самозарядную винтовку, предназначенную для ведения только снайперского огня. Однако вплоть до 60-х годов снайпер в советской армии вооружался модернизированной винтовкой «Мосина», которая имела приспособление для установки оптического прицела и некоторые другие доработки, повышавшие кучность стрельбы.
Такое положение дел не устраивало Министерство обороны. И в 1958 году был объявлен конкурс на разработку снайперской винтовки. Он проводился в рамках общей линии на перевооружение советской армии новыми образцами стрелкового оружия. На конкурс были представлены опытные образцы снайперских винтовок, разработанные четырьмя конструкторскими коллективами – Калашникова, Драгунова, Константинова и Баринова. Евгений Драгунов к этому времени был известен как конструктор высокоточного спортивного и охотничьего оружия. Им было разработано 27 типов винтовок. Многие из них принесли советским спортсменам золотые медали на всевозможных международных соревнованиях. Драгунов Евгений Федорович – выдающийся конструктор стрелкового оружия, лауреат Ленинской премии. Годы жизни 1920-1991. Из семьи потомственных оружейников. Специального образования не имел. Изучал стрелковое дело по книгам Владимира Федорова, автора первого русского автомата. Во время Великой Отечественной войны работал оружейным мастером в войсках. В течение многих лет увлекался стрелковым спортом. Почему у Драгунова получилась, конечно, в итоге удачная винтовка? Скорее всего, сыграл тот факт, что большой опыт он накопил, создавая спортивные образцы советского стрелкового оружия. Вот знаменитые винтовки «Зенит» – это винтовки, разработанные Драгуновым до создания боевой винтовки для снайперов. После первого этапа конкурса основная борьба развернулась между группами Драгунова и Баринова. Образец, разработанный командой Драгунова, имел хорошие баллистические и боевые характеристики, но при этом проигрывал винтовки Баринова по таким показателям, как себестоимость, логичность производства. Драгунов срочно ввел в конструкцию несколько оригинальных технических решений и представил усовершенствованный вариант на испытание. Вот этот узел очень долго не получался у Драгунова. И помог ему его конкурент, в общем, соперник, но и в то же время друг Константинов. То есть у Константинова узел приемника магазина и самого магазина был отработан лучше. И он предложил Драгунову его использовать. И в конечном итоге получился замечательный образец снайперского оружия. По итогам конкурса армейские специалисты отдали предпочтение винтовке Драгунова. И в 1963 году она была принята на вооружение советской армии. Снайперская винтовка Драгунова СВД. Калибр 7,62 мм. Длина 122,5 сантиметра. Масса с оптическим прицелом и неснаряженным магазином 4,3 килограмма. Емкость магазина 10 патронов. Прицельная дальность 1300 метров. Практическая скорострельность 30 выстрелов в минуту. Вопреки традиционным канонам проектирования, Драгунов сделал свою винтовку очень легким оружием. Малый вес при относительно мощном патроне может привести к большому рассеиванию. Но в случае СВД этот показатель составляет не более 5 сантиметров на расстоянии прицельной дальности 1300 метров. Для стрельбы из винтовки Драгунова применяются патроны с обыкновенными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями, а также специальные снайперские патроны. Огонь ведется одиночными выстрелами. Винтовка комплектуется оптическим прицелом ПСО-1. Имеется возможность установки ночного прицела. Ресурс СВД при правильном и своевременном уходе составляет 25 тысяч выстрелов без ухудшения боевых характеристик. Этому способствует хромирование внутренней поверхности ствола и газового поршня. Остатки сгоревшего пороха исчезают после однократной чистки. Винтовка имеет скелетообразный
скелетообразное цевьё, что уменьшает ее вес. Очень удобно в прицеливании. Одна из удобнейших винтовок. И по сей день ее любят в войсках. Опыт боевых действий в Афганистане подтвердил высокие боевые качества винтовки. Но выявились и недостатки. СВД не вписывалась в пространство, ограниченное корпусом боевой машины пехоты. Требовалось сделать винтовку более компактной. Этого можно было добиться, сделав приклад СВД складным. Однако Драгунов не торопился менять конструкцию, предпочитая взвешенный подход. Складной приклад мог снизить кучность стрельбы. В качестве решения проблемы конструктор предложил укоротить ствол и пламя-гаситель. Однако и это не помогло. Отошедший от активной конструкторской работы, Драгунов уже не смог довести новый проект до конца. Эту работу в 1991 году завершил коллектив во главе с конструктором Азарием Нестеровым. В результате модернизации винтовка получила укороченный ствол и складной приклад и под аббревиатурой СВД-С стала поступать на вооружение прежде всего воздушно-десантных войск. «Драгунка» стала первой штатной армейской самозарядной снайперской винтовкой в мире. А последние версии СВД-С и ее модификации с ночными прицелами признаются зарубежными экспертами лучшими среди всех существующих на данный момент моделей аналогичного назначения. СВД является штатным оружием в армиях многих стран Восточной Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки. Винтовки Драгунова, ранее принадлежавшие армии ГДР, после воссоединения Германии достались Бундесверу. СВД стала настоящим прорывом в конструировании высокоточного боевого стрелкового оружия. Но время требует новых решений. Продолжение рассказа о специализированных и снайперских моделях в следующем фильме «Оружие».